Ну, я понял вопрос. Окей. Смотри, да, есть такое понятие, как титр антител. То есть, грубо говоря, концентрация их, да, или количество. Считается, что чем больше их, тем лучше. Но это не точно. Почему? Потому что кроме вот этого иммунитета, как мы его называем, гуморального, да, который мы можем проверить титром антител, есть еще иммунитет клеточный, который мы не проверяем традиционно этих пациентов. И вот сейчас есть данные, что клеточный иммунитет как раз при этой инфекции, он иногда может играть даже большую, но, по крайней мере, не меньшую роль, чем гуморальный. То есть это две таких больших ланки иммунитета, да, нашего. И поэтому мы даже имеем такие ситуации, когда у человека вот этот титр низкий, то есть у него мало антител, или вообще даже нет антител, он не заболевает. Потому что работают другие иммунные механизмы. Есть у нас врожденный иммунитет, да, есть клеточный иммунитет, который, как правило, мы проверить не можем в большинстве случаев, но они работают, они могут нас тоже защитить.